Государственная инспекция труда по Карачаево-Черкесии передала 4 автомашины для отправки в зону СВО. Эксперты из Народного фронта по Карачаево-Черкесии осмотрели состояние автомобилей, которые представители ОНФ передадут нашим бойцам, находящимся в зоне спецоперации. Теперь по распоряжению правительства России органы власти, государственные корпорации и предприятия могут неиспользуемую технику направить в проект Народного фронта «Все для победы». По словам руководства Госинспекции труда республики, все 4 автомобиля в хорошем состоянии прошли техосмотр и совсем скоро будут доставлены нашим военнослужащим. Мы с вами знаем, что это очень востребованная позиция, потому что вот буквально недавно у нас тоже просили технику. Гражданская техника, к сожалению, там тоже попадает под бомбежки, уничтожается и так далее. А для быстрого передвижения вот такая техника, особенно вот как Нивы, да, полноприводные, она действительно нужна. И мы очень рады, что вот такая первая ласточка у нас в республике. Мы уже 4 машины готовим к передаче. Значит, у нас техника на сегодняшний день она исправна, прошла предварительно, ТО прошло. По ТО, значит, никаких серьезных нареканий нету. Вполне готова для дальнейших целей и задач поставлены государством. У нас из вида техники получается 3 Нивы и 1 Шкода Октавия.